Дорогие владивостокцы, поздравляю с величайшим событием в истории города. Сомкнули мост через бухту Золотой Рог. Совсем в скором времени, на День города, мы планируем пустить движение по всем трем нашим великолепным новым мостам. Дефризовский, Золоторожский и на остров Русский. Такого в истории никогда не было. Это мощный импульс развития города.